который смог бы завязать хороший, крепкий узел. Так, как вас зовут? Игорь. Поприветствуйте Игоря, он действительно крепкий. Пойдемте к нам сюда на сцену. Вставайте так, чтобы всем было хорошо видно, и завяжите хороший, крепкий узел. И пинжак окажется на нем под этими веревками. Да если знаете хитрый узел, давайте какой-нибудь хитрый, может быть, как-то продеть здесь. Это твои проблемы. Морской пойдет. Давайте, давайте. Нет, еще давайте. Предсказываю, что пинжак будет на нем. Но помните, под веревками. Смотрите вот за этим пиджаком. Не уходите, Игорь, вернитесь. Спасибо.